В поселке городского типа Пойковский губернатор Югры осмотрел отремонтированные дороги. На замену асфальта, бордюров и остановочных павильонов на одной из улиц потратили около 17 миллионов рублей. Кроме того, Наталья Комарова оценила темпы возведения нового жилья. В одной из строящихся многоэтажек власти выкупили 49 квартир для переселения жителей из аварийных домов. Ключи они должны получить до конца года. Планируем увеличивать объемы сноса, и поэтому предполагаем быстрее закончить с тем, что признано до 1 января 2017 года, и следовательно приступить уже к следующим раньше, чем сейчас.